Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать в Майнкрафт! И сегодня вместе с Алнубиком я постараюсь выжить вот в таких вот нелегких условиях. Вы, наверное, спросите, в каких условиях? Я сейчас вам покажу. Вы только посмотрите, где мы находимся, Нубик. Мы с тобой находимся на громаднейшей высоте. Как мы здесь оказались, я вообще не знаю. А ты знаешь вообще, что произошло? Я вчера уснул в своей кроватке и проснулся уже вот здесь. Вот. Поэтому, чтобы у нас все получилось, пожалуйста, прямо сейчас не ленитесь. Опуститесь под это видео и поставьте свой крутой лайкусик. Подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Также переходите на канал Алнубика, ссылочка в описании. И тоже подписывайтесь. Нубик, кстати, вот это вот, знаешь, что такое? Это крипер огромный. Это не крипер огромный, это криперские лаки-блоки. Ходят легенды, это самые ужасные, самые взрывные, самые несчастливые лаки-блоки, которые могут быть только в Майнкрафте. Поэтому нам будет очень сложно выжить с тобой и спуститься вообще. Ребята, гляньте, какая громадная высота. Я в шоке, если честно. Как мы здесь очутились, я без понятия даже. Нам нужно построить, типа, как своего рода мостик. Тут у нас есть немножко землички. Я для огородика приберег, но походу, что огородик мы с тобой строить не будем. Я сейчас мостик построю тогда аккуратненько. Все, и по нем мы будем тогда идти. Спрыгивай тогда. Ничего себе, круто. И сейчас, вот, все, смотри, лесенка. Отлично. Крутая лесенка, и здесь я буду сейчас лаки-блоки разбивать. Ты отойди, ты мне мешать, наверное. Ну давай, попробуй разбей первый лаки-блок. Так, лаки-блок, эники-беники, ели-вареники. Опа, вот этот вот. Чудо, зельки? Ничего себе! Тебе повезло, тебе повезло. О, крипер, видел, сколько ты... Блин, все, я взорвался, Нубик. Это просто кирпич. Нубик, что я тебе говорил, что это самые несчастливые лаки-блоки. Тут, кстати, вот... Крипер были? Да, я его стал... Блин, обратно крипер. Что ты сделал? Уничтожили тебя. Ого, смотри, какой огромный крипак. А это ты делаешь, Нубик? Нет, это не я делаю, я не знаю, что это такое. А что? Да, что они появляются, ладно. А, блин! Нубик, спамнеры какие-то. Жесть, смотри. Алексей, ты где находишься? Да, я вижу, Нубик, я вижу. Я хочу эти двери выбить, потому что из-за этих дверей я постоянно зацепляюсь и не могу допрыгнуть. О, сделай мне мостик, Нубик. А вот, у меня больше нету, к сожалению. Ну все, нормально. Блок один. О, смотри, тут еще один лаки-блок есть. Давай я вот так вот его поставлю. О, гляди, там ТНТшка появилась сверху, да? Или что это такое? Там. А нет, нет. Лава, там лава. Это лава. Она не растекается вроде бы. Ну круто, нормально. Тогда ладно, нормально. Погнали. О, эндер жемчуги, гляди. Круто, мы с тобой обязательно прибережем, обязательно при... Что произошло с нашим домиком, блин? Это как так-то? Я не знаю. Тут вот я лаки-блок вот этот вот сломал, и все превратилось в стекло. Произошло. Вот я не хочу жить в стеклянном домике, а если я там в туалет захочу сходить, что там все видно будет, я не понял. А пушек тебе теперь придется не ходить, наверное. У меня, кстати, тортик есть. Ну, хочешь тортик? Вот, угощайся. А, ты забрал половину моей брони, ты забрал шапочку и подножье, да? А у меня, смотри, а у меня ботиночки и нагрудник. Поделились мы с тобой, но у меня, правда, очень маленькая бронька. О, глядь, сколько курочек! Смотри, тут можно кушать очень много. Можно их столкнуть, Нубик, давай их столкнем. Летите! Летай! Лети, Нубик, летай! Капец, короче, ты меня толкнул, походу. Не-не-не, смотри, как круто, все из стекла, да? Класс. Только, Нубик, не разбей, пожалуйста, стекло. Если ты его разобьешь, то мы с тобой свалимся. Я не буду разбивать, я же Нубик, но я же... Прыгай, я тебя подтолкнул, типа. Хорошо, сейчас я, короче, тебе покажу, как подтолкнул. Ой, что такое жемчуг? О, хлебушек, я хлебушек нашел. Знаешь, что это такое? Чего? Смотри. О, зелька? О, спасибо. А, я не видел. Нубик, ты чё? А чё ты мне дал? Вау! Какой я быстрый. Круто. Да, я прям очень быстрый стал. Класс. Этот козелька. У меня тут еще есть зельки. Давай я их оставлю. Блин, все, я впал. На меня эта зелька действовать уже не будет. Все, я разбился. У меня, короче, еще есть 9 штучек таких. Я их, короче, оставлю. О, нет. Угостите зелькой. Не-не-не, пока что не надо. О, да. Какой-то зомби упал. А у меня такая самая зелька есть, Нубик. Лаки-зелька и не лаки-зелька, точно. Не лаки-зелька, ее не открывай, а то я уже погиб. А смотри, какой меч у меня есть, Нубик. Что за меч такой мощный? А, блин, эти появились какие-то мобы злые. Это Ифрит был, по-моему, да? А там их двое было. Блин, меня кто-то поджег. Это ты меня поджег? Это Ифрит я поджег. Ой-ой-ой, отвали. Блин, а что такое? Клиперы огромнейшие. Классные блоки, да? Реально очень классные лаки-блоки. Ребята, если вы хотите почаще вот таких вот видосиков с необычными лаки-блоками, просто напишите об этом в комментариях, Нубик. Что ты там сделал? Все взорвалось. Это с ребятами вообще-то общаюсь. Что-то взрывается, я не знаю. Где я нахожусь, нет? Нет, не вижу. Я уже в домике, меня уже уничтожили. Я вижу, что тут одни взрывы какие-то происходят. Вот сюда вот прыгаешь. А, блин! Что блок надо разбить один? Нубик, с тебя вообще никакой паркурщик. Голем с жителем. Так, давай столкнем их.
А он тебя уничтожил, нет? Да, он меня уничтожил, потому что я его начал бить. Давай спускаться все-таки, а то мы что-то так и не спустились отсюда. Давай. Так, у меня тут есть световой камень, я его где-то установлю. Тут вот есть Хован, иди сюда. Смотри, нам надо, знаешь, что делать? Нам надо, чтобы один прыгал, разбивал лаки-блоки, а сзади другой прыгал. Блин, я знал. Выйди, посмотри. Эндермены. Сбрасывай этих эндерменов отсюда. Сбросили уже. Тебя сбросили? А я еще и сбросить их не могу, они не падают. Смотри, площадка какая-то построилась, класс. О, сейчас что-то заспавнится, нубик, смотри. Видишь? Посмотри наверх. Сундук. Тут бронька, алмазики, ура, хлебушек. Нормально. Нагрудник я сейчас одену. Тут, короче, пишет, что нубик решил поплавать в лаве. Ты решил поплавать в лаве, да? Я случайно упал не туда, куда нужно. Ну и как тебе лава, понравилась? Холодненькая, да? О, ничего себе, тут хлебушек один есть. У меня здесь целая куча алмазов, если бы... Ой, снеговики, блин, они же хорошие были, я их столкнул всех. Нет, один вот есть. Нет, два тут снеговичка еще есть. Ого, целая куча алмазов. Короче, если мы с тобой выживем, я такую крутую алмазную броню нам обоим построю. Чего? Что это? Я, короче, валю отсюда. Тут их несколько штук. Я погиб. Вы, да идите отсюда. Капец, ребята, гляньте, эти иссушители уничтожают нубика. У меня уже нету. Смотри, знаешь, как отсюда нам с тобой спуститься можно быстренько? Иди сюда. Иду. Я тебе сейчас покажу фокус один. Ну давай, вот, показывай. Ты слушатель. Смотри, вот встаешь на один лаки-блок и просто быстренько его разбиваешь. Ну сейчас не получилось быстренько, потому давай, что давай. Очень много. Ой, блин, что-то мне залагало. Сейчас что-то заспамнится жесткое, нубик. Наверное. Три дальше разбивай. Замок заспамнился. Смотри, где я, иди вниз. А видел, что делают снеговики? Они помогают. Блин, я обратно уничтожился. Эти снеговики, они, короче, помогали нам, нубик. Это да? Хороший, а да. Кого не били? Иссушителя били, да. Блин, ну это ты меня ударил, нет? Нет, это не бил. Жесть, я, короче, уже понял, как здесь спуститься можно, смотри. Там что-то сталкивает нубик. Мне кажется, что там какой-то слизняк есть. А нет, это блок, смотри, это голова крипера, она живая, две. Видишь? Там их две даже головы блок. Давай вот так вот мы давай его сбросим. Давай столкнем как-то. Давай. Они, получается, ого, не сильные какие. Да, они не сталкивают. Мы уже с тобой столько блоков разбили, и все равно не можем спуститься. Давай будем, может быть, использовать какие-то там, не знаю, эндер-жемчуги, если будет что-то выпадать. Ничего себе, лошадь какая-то. Да, она мне столкнула. Блин, да что такое? Да что такое? Я тут возле тебя, по-моему. Это лошадь меня столкнула, капец. Я тоже столкнул, какая плохая лошадка. Печально. Да блин, и брат взорвался. Блин, сразу иссушитель или это лошадь? Кто-то нас, короче, валит. С тобой я просто. Тут голова заспамнилась громадная. Ничего себе, ты посмотри, кто это такой-то. Капец, вижу, нубик. Это какой-то, короче, квадрат. Живой квадрат. Их нужно как-то столкнуть, эти квадраты злые. Не сталкиваются никак. Да, жесть, конечно, вот это вот лаки-блоки. Я в шоке от таких лаки-блоков. Несчастливых лаки-блоков у меня никогда в жизни не было. Да, и тут еще что-то невидимое бьет. Ну блин, ну капец, ну что такое? Нормально, я короче спустился, дальше открываем лаки-блоки. Блин, так реально, это короче кто-то нас толкает. Вроде бы того монстра, который невидимый, уже нету. Давай будем дальше разбивать. Лаки-блоки, нубик, я нашел воду! Ура! Мы будем жить, все, я ее разлил. Класс! Да? Мы сейчас с тобой по этой воде можем спуститься и выжить наконец-то. Наконец-то. Так, давай прихватим все вещички, я возьму Кирочку, кроваточку тоже я заберу свою. На тебе один хлебушек, на тебе, ну, ой, погоди. Дай. Это кроватка. Да. Можешь ее понести пока. А, ну ладно, хорошо, давай. Так, все, нубик, иди за мной. Главное, иди за мной. Так, прыгай по вот этим вот блокам, теперь на вот этот вот блок запрыгивай. И вот сюда сразу на воду. Бам, все есть. Спускаемся, нубик. Где ты там? Давай. Я уже. О, я тебя вижу. Давай. Нам с тобой повезло. Я даже не знал, что нам с тобой может повезти. Я думал, что мы уже здесь до конца. Я тоже думал, что мы будем разбивать вот весь этот столб громадный, капец. Мы бы, наверное, с тобой его месяц бы разбивали, может быть, целый год. А там еще какой-то иссушитель постоянно на нас нападает. Их здесь много. Ну согласитесь, ребята, это самые неудачливые лаки-блоки, которые могут быть в Майнкрафте. Мы не знаем, наверное, нубик на каждом втором лаки-блоке взрывались с тобой, да? Какая-то ловушка, либо взрыв, либо какие-то монстры, которые нас хотят уничтожить. Давай, быстрее, убегаем быстрее отсюда, от этого места. Давай, валим отсюда, валим, а то сейчас еще спустятся какие-то монстры за нами тут. Да. Ребята, на этом свое видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новенькие видосики, которые выходят у меня каждый день. Также подписывайтесь на канал Алновика, ссылочка в описании. Ну а на этом все, с вами был я, профессионал Алексис. И я, Алан Убик. Всем пока! Пока, ребят!